Всем привет, меня зовут Евгений, и это мое, скажем так, второе видео на тему, как я учусь рисовать. Уже больше 3 лет я не выкладывал видео, слишком много было разных ситуаций. Сейчас я рисую вот это, и в настоящий момент у меня основная задача нарисовать иллюстрацию. Неважно чего, просто это первое, что я нарисовал. Вот. Я пытаюсь потренировать композицию, потренировать форму и чувство тона. Пока что у меня на этот счет все очень плохо, поэтому вместе с вами, что ли, зрителями, получается рисовать. Если какие-то будут комментарии, я прочитаю обязательно на эту тему. Так. У меня сейчас основные вопросы. Как продолжить этот рисунок, либо начать с обводки, накладывать форму, либо сейчас уже лепить форму, а потом уже цвет. То есть сначала в черно-белом, потом в цвете. Но я что-то решил, что лучше будет в черно-белом варианте начать. Да, начну с черно-белого варианта. И потихонечку буду переходить непосредственно к детализации. Для начала мне нужно просто набросать тоновую разбивку, где будут самые яркие моменты. Но я точно знаю, что этот момент ярким должен быть, контрастным, и этот более детализированным. А все остальное как бы... То есть вот у нас передний план, вот задний план. И на заднем плане надо что-нибудь придумать. Вот у меня есть реф-лист. Я пытаюсь... Во всяком случае, ну, примерно такой парусник старенький аквалангистов. Мне кажется, что это очень интересная штука. Всякие вот эти вот коралы, всякие вот это вот... Что называется? Слово вылетает, слова вылетают из головы. Вот, это откуда-то арт нашел, что-то подобное, хоть с такими вот, вот, ну или что-то подобное с такими рогами, во всяком случае. Что дальше лепить, может быть, я еще сделаю, может быть, сделаю, пока не знаю, то есть буду пытаться, может быть, даже вот что-то подобное сделаю. Я имею в виду, что такой вот манере зеленая. Довольно-таки трудная себе задача. На самом деле, эта задача такая, прямо вот несопоставимая с моим уровнем рисования. Я точно знаю, что я хочу этого, я не способен. Во всяком случае, раньше я подобного не делал, не рисовал таких больших работ. Единственное, что я рисовал, это можно будет на моей страничке ВКонтакте посмотреть. Я ссылку на свою страничку выложу. Посмотрите там, какие последние работы мои выложены. Также на DeviantArt у меня эти работы есть. Вот, можете ознакомиться. Я сейчас пока просто занимаюсь чисткой, непонятно для чего. Чисто для себя, наверное. По композиции. Я обычно равняюсь вот на такую штуку. Вот тут у меня 3 петей. Можно изменить сетку на золотое сечение. Да? А вот золотая спираль. И тут у меня, в принципе, вот. Ну, либо правило 3/3. Вот, здесь у нас основной момент. Это все-таки этот... Можно, хотя, конечно, вот так вот чуть-чуть сделать, или вот так вот даже. Нет, оставлю как есть. Вот. Либо сейчас заняться более лонгистом, я уже более или менее детально его продумал. Во всяком случае, я не буду его очень сильно деталить, я сделаю его просто контрастным. Именно вот на уровне тона или цвета. То есть у меня будет, скорее всего, зеленоватый оттенок, как вот здесь, например.
или здесь. Кины вот со всеми вот этими зелеными, желтыми пятнами, вот этим илом плавающим, это вот очень хочется именно такой момент сделать. И вот видите, как тут вот разница зеленого и синего очень хорошо видно. Вот. Либо полностью все в голубоватом тоне сделать, но я понимаю, что свет сверху будет здесь не очень, скажем так, удачным вариантом. Я больше склоняюсь к тому, что проще будет сделать, наверное, ближе к черно-белому и серому освещению, плюс несколько цветовых моментов в плане нужно изменить, в плане того, что вот она тут коротковато выходит. Хотя, если даже вот по круговым сделать, все равно не очень четко это выходит. То есть можно сейчас заняться более детальным продумыванием всех этих вот элементов в плане рук, ног, точнее хвоста. Сейчас все это удалю лишнее. Ну вот, насчет аквалангиста я что-то пока сомневаюсь. Стоит ли мне его именно так рисовать, достаточно ли он пропорциональный, ноги вытянутые слишком, наверное, надо с этим будет поработать дополнительно. Пока что я его просто вот так вот немножко задеталил. Далее. Я часто делаю такие вот круговые штуки, как в Rapid Lines, обхватывающие линии, чтобы для себя определить, куда повернуты те или иные плоскости, те или иные объекты. То есть у меня вот тут грудная клетка, скорее всего, у меня здесь вот так вот должно быть. Здесь вот сама грудная железа начинается. Надо будет меньше уделять этому внимания на самом деле, потому что это уходит больше на задний план. На переднем плане у нас будет лицо. Это больше, скажем так, второй план. Это лангист и рука. То есть у нас на переднем плане раз объект, два объект и немножко рука. И фокус. То есть фокус у нас должен быть вот здесь. Так вот. Основной элемент внимания. То есть хвост у нас, в принципе, создает этот эффект, когда глаза следят. Вот, ведь какие-то элементы сексуальности в плане того, что привлечение массы нравится, сиськи и бабы. Прям произнес так народным массом. Так, а тут у нас что? Что это за объект? Здесь что ли? Понятно. Так. Сейчас я все отдельным слоем налью. И надо мне немножко его потемнее сделать. Сейчас, кстати, можно тонирование взять. Допустим, насыщенность уберем. Темнее чуть-чуть. Ну, примерно такой вот, да? Свет будет, хотя неважно. Ладно. Вот так вот. И на следующем фоне, на следующем слое попробую примерно вот такую штуку повторить. Я уже начал что-то подобное рисовать. А у меня этот пониже. Может и это мне пониже сделать. Указывающим перстом. Мне не нравится, что какие-то линии остаются. Маленькое расстояние, расстояние напряжения может вот так вот сделать. Ну-ка. С. Ну, в принципе, да, можно так вот сделать. И у нас остается. Так, а у меня записывается курсор. Показывает курсор.
Еще раз, здесь у нас пустое пространство, мне это немножко не нравится. Так, начинаем. Можно, конечно, использовать радиальный градиент. Я предпочитаю больше такими мазками. И это будет что-то вроде. Сейчас изменим немножко. Мне не нравится, что так вот. Да. Висает немножко. Да, вот так вот. Сверху темно должно быть у меня, во всяком случае, я планирую. А вот снизу как раз таки вот посветлее. Вот встань. Так вот, освещение здесь будет снизу, наверное, да, ближе. Вот по поводу набрасывания светлых пятен. Если у меня освещение будет снизу, то здесь у меня будет свет. Здесь у меня будет свет. Светлое пятно. И оно будет вот так вот. Расходиться. Наверное, да. Ну-ка. Типа того, типа такого. Типа так.
еще над пропорциями поработать. У меня тут с пропорциями беда, скорее всего. Но я сейчас просто набрасываю. Ну да. Где-нибудь это мне пригодится, вот эти наброски. Если у меня свет снизу, нужно как бы объяснить, откуда он там берется, этот свет. Так, если у нас я сейчас плохо не могу одновременно разговаривать и рисовать. У меня с этим могут быть проблемы. Не могу сосредоточиться во всяком случае. Сейчас просто набрасываю какие-то элементы. Какие-то элементы все-таки оставлю. Тут, наверное, все-таки светлое пятно. Как-то так. И вот отсюда уже надо будет плясать. Если мы будем делать какой-то корабль, то надо сначала уже на этом же этапе потихонечку рисовать какие-то вещи. Если мы будем вообще рисовать корабль. Потому что у нас для корабля вот должно быть какое-то место. Я вот смотрю внимательно, какие тут, значит, как они строятся.
такие вот штуки переходные. И такие штуки вот есть. По-любому этот корабль должен быть не детализированный, поэтому я пока что просто набросаю какие-нибудь палочки крестообразные. И чтобы они не очень сильно бросались в глаза, нужно будет попробовать. С лесенками. Да, вот так вот крепится. И беленькие пятна. Мусор, мусор. Отстань. Ну и допустим, допустим, просто попробуем каждого клиента. Здесь у нас будет какой-нибудь такой вот цвет. Здесь
здесь у нас будет вот какой-нибудь такой. Желтому, что ли? Нет, сейчас открыть такой не сделаем. Здесь вообще сделаем. Мне этот цвет не нравится. Эй, что, у меня тут отменилось, что ли, что-то? Окей. Мы сейчас еще раз белым пройдемся кисточкой. Прозрачным.
людина какая получилась. Это так. Набросочки. В принципе, выглядит неплохо, неплохо, неплохо. Я же еще буду вот такие вот штуки набрасывать. Вот такие вот. Так что неплохо, неплохо. Может быть, даже очень, очень хорошо. Я использую пока всего два цвета. Ну, собственно говоря, черный и белый. Это чисто для того, чтобы просто набросать. Вот тут уже потемнее должно быть. Да? Потому что тут у нас идет как бы тень. Ой, тут еще у нас много дел. Как же мне придумать-то такое, а? Точно вспомнила, как я хотел. Эта штука будет по-любому другого цвета. А вот тут у нас вот так вот все будет начинаться. Вот так, да. Тут у нас будет... И вот там немножечко. Ага, все понятно. Ненавижу с этими слоями путаться. Мне вот не нравится, что у него вот такая вот размытость плохая. Ну-ка и посмотрим у нас как. О. В принципе, неплохо, неплохо. А тут если мы еще так вот сделаем, то тут вообще будет великолепно. Примерно вот так вот.
Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Если, как мне один знакомый сказал, если на таком этапе, допустим, читается очень четко какие-то черты, значит, в принципе, соблюдены пропорции. Ну, если вообще можно в этом что-то увидеть, узнать, значит, соблюдены пропорции и общий, скажем так, намеки на что-то вот подобное. Я сейчас просто пока смотрю, как бы это все выглядело на самом деле. И может быть, надо будет этот цвет чуть-чуть заменить на более, точнее, на менее насыщенный. Так издалека выглядит вполне, вполне смотрибельно. То есть, даже если, допустим, взять и немножко убрать прозрачность этого слоя, то есть цвет уже угадывается, и, в принципе, на этом можно что-то лепить. Такой вариант мне, в принципе, нравится. Надо будет немножко еще посмотреть на тему композиции, как у меня все ли удачно. Поэтому я, наверное, это оставлю в следующем видео. Оставляйте комментарии, что именно сделать с мордой лица вот этой вот русалки. Может, у кого-то какие-то советы найдут полезные в плане композиции, света, формы, потому что я с этим впервые вообще сталкиваюсь. Для меня это такая тема, наболевшая, скажем так. Мне очень интересно знать ваше мнение, и я думаю, мне оно будет полезно, гораздо полезнее, чем если я буду просто сейчас вот рисовать от балды и не замечать своих ошибок. Кстати, насчет ошибок, если вы видите какие-нибудь ошибки, тоже просигнализируйте, чтобы я мог вовремя их исправить. К примеру, вот сейчас я уберу вот этот вот фон. Так, чуть-чуть посветлее. Нет, я сейчас сделаю, наверное, потемнее вот этот вот. Просигнализируйте насчет ошибок, если, вернее, какие эти ошибки, что мне стоит исправить, над чем поработать. Я сразу сказал, что насчет вот этого аквалангиста он не будет у меня супер детальным. Детальным будут максимум там пузыри, вот сама вот эта русалка злая. Вот. Ну, глаза косые, ну ладно, изменю немножко. И вообще, ну, на тему ошибок. Что мне еще, над чем еще мне поработать, чтобы картинка выглядела более сочно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Что там, подписывайтесь и так далее и тому подобное. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным вообще. Потому что, скажем, это первый этап. Второй этап будет, наверное, дня через 3 или года через 3. Всем пока.